У меня будет дом, но такое лачуга, прямо на к Индийского океана. Два хороших и верных друга и, пожалуй, все для начала. Брошу все дурные привычки. Все. Кроме одной любимой. Начну использовать спички, чтобы свет зажигать в камине. Буду мало есть, и мысль потеряет вес. Буду много слушать и наблюдать. Постараюсь найти сейчас и, конечно, здесь. Постараюсь не потерять. Отыщу на новом месте шамана. Буду навещать его раз в неделю. Растяну гамак вместо дивана и за новым рисунком пойду на теле. Буду засыпать под шум какой-нибудь дикой птицы. Просыпаться от солнца, щекочущего лицо. Научусь каждую ночь молиться. Успокоюсь в конце концов.